Здравствуйте, в эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Пешком о спортивной шли, вместо того, чтобы ехать. Я бы этому позвоночному что-то засунул в одно место. Без щеки. И пускай бы попрыгал здесь. Никаких бомб, только изрядная нервотрепка. Очередное минирование станции метро Малышева. Ну, нам некуда уйти. Возвращаться домой еще вообще невозможно. Вот, это очень опасно. Переселенцы требуют помощи от Верховной Рады. По всей Украине прошел ряд акций в поддержку нужного им законопроекта. Після зіткнення цих двох транспортних засобів автомобіль ВАЗ продовжив рух, скоїв наїзд на припаркований на правому узбіччі автомобіль «Деоланос». Аварія на трасі Чугуєв-Меловое. Джелі столкнувся з рейсовим автобусом «Неоплан», який вез пасажирів із Куп'янська в Харків. Итак, подробности. Очередное минирование станции метро Малышева. 12-е, как посчитали в милиции за последние несколько месяцев. Алгоритм работы на этот раз не поменялся. Улицу перекрыли, движение остановили. Людей эвакуировали, и специалисты взрывотехнической службы обследовали территорию площадью более 5000 квадратных метров. В результате никаких бомб, никакой взрывчатки не нашли. Разгар рабочего дня, метро не работает. Уже в который раз неизвестные сообщили в милицию о заминировании станции имени Малышева. И взрывотехники отправились на поиски взрывчатки. Скорая и пожарные, как всегда в таких случаях, дежурят на месте. Правоохранители объясняют гражданам, как лучше добраться до места назначения наземным транспортом. Кому-то приходится прогуляться пешком. Пешком о спортивной шли, вместо того, чтобы ехать. Я бы этому позвоночному что-то засунул в одно место. Без щеки. И пускай бы попрыгал здесь, козлы вонючие. Заколебали. Версии о том, кому не дает покоя работающие в нормальном режиме метро, самые разные. Первое. В милицию звонят бездельники с отклонениями в психике. Человек, которому делать нечего просто, потому что, ну, смысла от этого я не вижу, в чем он выигрывает. Ну, какие-то, как сказать правильно, ну, вот кто-то выпил. Кому-то делать нечего, позвонил, бросил. А может, это недоброжелатели какие-то. Ну, нормальный человек этим не будет заниматься, правильно? Как сообщили в пресс-службе областного УВД, за последние несколько месяцев было уже более десятка таких заминирований. Один и тот же человек поднимает по тревоге все оперативные службы, или же их несколько. Такой информации правоохранители не дают. Уголовные производства по всем фактам открыты по одной статье. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Есть ли какие-то продвижения в поиске телефонного террориста, в милиции также не распространяются. Между тем, люди обсуждают и другие версии того, кто стоит за всеми этими регулярными минированиями. Это могут заниматься те, которые заинтересованы в том, чтобы здесь этот завод стоял и не работал. Я так думаю. Потому что выбрали бы тогда другое метро, правильно? Турбога там почему не выбрать? А почему ХТЗ не выбрать? Ну там нету танков, да? Никто ни ремонта не делает, да? Никто армию не обеспечивает. Ну вот эти вот они и делают. Тот, кто в этом заинтересован. Дестабилизировать, сорвать работу, ну. Ну, если срывали работу, то, как вот раньше было, всегда было с утра. А когда происходит выходной и этот самый, то есть в такое в обеденное время, как-то вот просто как, ну, человеку там, служившему, непонятно. А другие говорят, что собирается эвакуация. То есть потихоньку вывозить станки вглубь страны, на Житомир или куда-то. Ну, это опять же, это слухи, как говорят. И почему вот это делают в это время, оно, чтобы меньше было народа и меньше это видели. Или опять вот это вот шутки, что действительно больше, чтобы сорвать производство, ремонт техники, которая, ну, сюда же поступает, все-таки оборонное предприятие, серьезное. Ну, скорее всего, это. Через полчаса после начала работы на месте взрывотехников улицу Плехановскую полностью перекрыли. Перестал ходить и общественный транспорт. Из-за этого на Московском проспекте образовалась огромная пробка в обе стороны. И еще через два часа метро открыли, как сообщили в областной милиции. И на этот раз вызов оказался ложным. Никаких взрывных устройств ни на станции, ни рядом не обнаружили. Галина Шподарева, Александр Романовский, агентство телевидения «Новости».
По всей Украине сегодня прошел ряд акций в поддержку законопроекта об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который был внесен в Верховную Раду 28 августа. Харьков и Киев являются лидерами по количеству принятых переселенцев из Донбасса, поэтому в этих регионах проблема особо актуальна. Новый закон в случае его принятия может предоставить беженцам особый статус и значительно упростить оформление документов и получение благотворительной помощи. Сегодня у здания Харьковской обладминистрации собралось несколько десятков переселенцев из Донбасса. Все они приехали в Харьков летом, когда находиться в родных городах стало уже невозможно. Поселились в летнем лагере «Ромашка» в Пятихатках, но сейчас жить там стало проблематично. На улице похолодало, отопления нет. Лагерь рассчитан только на летний период. Теперь переселенцы просят чиновников предоставить им временное жилье хотя бы на осенне-зимний период. Ну, нам некуда уйти. Возвращаться домой еще вообще невозможно. Вот, это очень опасно. Поэтому мы просим, вот, чтобы Рада помогла, именно с отоплением выделила какие-то денежные средства. Квартиры сейчас поднялись в цене, да. И, ту зарплату, которую предоставляют, даже не хватит на то же жилье, чтобы снимать. Вот в чем дело. Переселенцы уверены, решить их проблемы поможет законопроект об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который был внесен на рассмотрение в Верховную Раду в конце августа. Проект закона предусматривает льготное кредитование переселенцев для строительства и приобретения жилья, а также социальную защиту. Однако законопроект до сих пор не принят, а ждать уже невозможно, говорят люди. Количество уезжающих из зоны АТО растет с каждым днем, на улице холодает, поэтому проблемы с жильем и отоплением для многих остаются самыми серьезными. Мы вышли для того, чтобы обратиться, чтобы приняли все-таки этот законопроект, потому что нас много, нас в Украине очень много, не только в Харькове, в Киеве, во многих других областях. Мы просим, чтобы они его приняли все-таки сегодня, потому что холода уже наступили, мы в данный момент живем в лесу, в Ромашке, поэтому там очень холодно, мы мерзнем. На обращение людей о предоставлении им какого-то временного жилья никак не реагируют, поэтому сегодня, в принципе, люди вышли. Я пришла вместе с ними, чтобы их поддержать, потому что все, что я могла для них сделать, я сделала, даже сделала больше. Поэтому я очень надеюсь, что государство проснется и что-то сделает для этих людей, потому что они такие же украинцы, как мы с вами. Создатели законопроекта подчеркивают, в случае его принятия переселенцам действительно будет проще переехать в более спокойные города Украины. Для беженцев упрощается процедура устройства на работу, появляется возможность прописки в другом регионе без ликвидации старой на Донбассе. А государство не взимает налоги на гуманитарную и благотворительную помощь, как внутреннюю, так и международную, что поможет решить ряд проблем, в том числе проблему с отоплением мест временного обитания переселенцев из зоны АТО. Мы знаем, что некоторые международные организации готовы выделить достаточно большие средства для реконструкции летних санаториев и других зданий, для того, чтобы в них можно было жить. И этим законом предполагается бесплатное проживание вынужденных переселенцев в течение полугода, а незащищенных слоев населения, инвалидов, многодетных, пенсионеров и так далее. Этот срок может быть продлен. По словам авторов законопроекта, сегодня закон был включен в повестку дня на заседании Верховной Рады. Однако будет ли он принят хотя бы в первом чтении, пока неизвестно. Как утверждает Борис Захаров, для государства он является финансово невыгодным, поэтому ряд депутатов выступает против принятия законопроекта. В следующий же раз утвердить его смогут только на втором заседании Рады, уже перед выборами, которое состоится почти через месяц, 14 октября. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Итоги аварийного понедельника. В области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, а в городе не разминулись 4 автомобиля. В этой аварии пострадали только машины. Двое погибших, один пострадавший. Авария случилась на 34-м километре трассы Чугуев-Меловое. Джили, которым управлял 32-летний водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Неоплан», который вез пассажиров из Купянска в Харьков. На момент дорожньо-транспортной пригоды в автобусе находилось 57 пассажиров. Водій автобуса та пасажири не постраждали. Водій легкового автомобіля «Джилі», чоловік 81-го року народження, та його пасажир 50
2004 року народження, від отриманих травм загинули на місці пригоди. В Джилі їхали п'ятеро. Як удалось встановити сотрудникам ГАІ, водитель був за рулем довольно довго. Вез людей з Одеси в Луганськ без остановок і, скоріше всього, із-за усталості уснув за рулем. Кроме погибших водителя і пасажирів, легковушки сильно пострадала ще і 60-літня жінка. Вона з травмами различной степени тяжести була доставлена в Шевченківську больницю. Ще одна крупна аварія произошла на вулиці Академіка Павлова в Харкові. У дома номер 309 столкнулось 4 автомобіля. Спочатку Део столкнувся з ВАЗом, а потім останній зацепив ще 2 автомобіля. Після зіткнення цих двох транспортних засобів автомобіль ВАЗ продовжив рух, скоїв наїзд на припаркований на правому узбіччі автомобіль Део Ланос, а також скоїв зіткнення з рухаючимся в попутному напрямку автомобілем Toyota Corolla. В свою чергу автомобіль Део, яким керував водій 84-го року народження, рух після зіткнення з ВАЗом продовжив свій рух і допустив наїзд на перешкоду торговий павільйончик. Хто виноват в цьому столкновенні, ВАЗ, який їхав в направлінні Блюхера, или Део, який двигався йому навстречу, зараз встановлює слідство. Анна Юрченко, Геннадій Байков, агентство телевізійної новості. В ефірі новості АТН і далі в регіональному випуску. Два вдоха. Закрываем носовые ходы, иначе не сможем. А как закрываешь? Насосы. Ну да, просто закрываем. Концерт под открытым небом и навыки первой медпомощи. Музыканты симфонического оркестра Харьковской филармонии поздравили курсантов Университета госслужбы по чрезвычайным ситуациям с Днем спасателя. Это остросюжетная комедия, это, в общем, достаточно, скажу так, спектакль для отдыха, чтобы немножко расслабиться, чтобы чуть-чуть подумать о превратностях и странностях поиска любви. Отвлечься французской комедией на сцене театра от украинских трагедий. На экранах телевизоров театр Шевченко открывает новый сезон и дает благотворительный спектакль в помощь украинским военным. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Сталеві двері Комунар. Телефонуйте 7100. Залиште в стороні окуляри і контактні лінзи. Новий зір – це впевненість у якості. Прогноз результату до початку корекції. Індивідуальні методики. Юридичні гарантії. Лазерна корекція зору від 5600 гривень. Новий зір Харків. 720-92-20. Мамо, апетит свій не втримають. Та і папа тоже много з'їсть. Потому що в ТАФі об'являють прям такий шикарний обжора-фест. Знову в Харкові! Кулінарне свято «Обжора-фест». 28 та 29 вересня майстер-класи від майстрів кухарів, конкурси, розваги, знижки та подарунки. ТАФі об'являє обжора-фест. Станція метро «Героїв праці». З 18 по 21 вересня у Палаці спорту єдина в цьому сезоні будівельна виставка «Будівництво садиба енергозбереження 2014». Позвольте себе непозволительную роскошь за разумные деньги. УМК на метро Маршала Жукова, напротив дома мебели. Детально на umk.ua. Материнські очі. Як багато вони можуть сказати тобі без слів. Для них щастя – просто бачити тебе. Ми працюємо, щоб очі матері сяяли, як у молодості. Офтальміка – сучасне лікування катаракти. В ходе кампании по внеочередным выборам в Верховную Раду становятся известны имена кандидатов, которые будут бороться за депутатские мандаты по мажоритарным округам. На съезде партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко озвучил имена кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам. Харьковская, 170-й, Родзинский Анатолий Анатольевич. 170-й округ – это Московский район Харькова, а Анатолий Родзинский – депутат Горсовета, который не входит там ни в одну из фракций. Выдвижение как мажоритарщика меня партией, блоком Петра Порошенко, ну, для меня очень важно, потому что по всем социологическим исследованиям эта партия будет иметь в парламенте большинство. Значит, я и мои коллеги
по этому большинству, если мне доверят избиратели, сможем реализовать в том числе и мои предвыборные обещания. Анатолий Радзинский также отметил, что статус депутата Верховной Рады – это важный инструмент для выполнения одного из его обещаний – о получении жителями Московского района земли в собственность. Анатолий Сушкин, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Экономические реформы, а не идеологические лозунги, должны стать главным в выборе избирателя на ближайших парламентских выборах. Так считают политологи, которые уверены, что будущее страны должны определять качественные реформы. В список «Сильной Украины» вошли компетентные кандидаты, занимающие жесткую проукраинскую и антикоррупционную позицию. Они должны стать реальной альтернативой нынешнему Кабмину. Основная людина в кабинете министров, яка займається реформами, перший віце-прем'єр. У нас його нема. Економіка валиться, міністра економіки нема. Це уряд, який турбується про країну. Партії, отмечають експерти, становиться крупнейшей политической силой, которая будет представлять в парламенте интересы юго-востока страны. Поэтому стремится объединить избирателей вокруг общей для всех задачи – спасение экономики, находящейся сейчас в катастрофическом состоянии. Вони вважають, що треба робити акцент не на ідеологічні чинники, не на принцип свій-чужий, звідки ти, зі Сходу чи з Заходу, з Галичини чи з Донбасу. Треба робити ставку на профессиональных людей, которые способны делать реформы. Политолог отмечает, в первой пятерке партии собрались эффективные менеджеры и компетентные реформаторы. Они знают, как восстанавливать страну после кризиса. На первом месте сам Тегибко, на втором – бывший первый вице-премьер Валерий Хорошковский. Дальше нардеп из Одессы Светлана Фабрикант. Кроме того, в пятерку вошли председатель Запорожской организации партии Андрей Гамов и инвестбанкир Игорь Мазепа. И Сергей Тегибко, и Хорошковский, они є за ідеологією, за світоглядом, є однодумцями. Є прихильниками економічних реформ, що вони намагалися робити в попередніх урядах. Є прихильниками європейської інтеграції. І обидва, врешті-решт, опинилися в конфлікті з колишнім прем'єром Азаровим. Сергій Тегибко і його партія готові предложити країні чітку перспективу, вважає експерт. Тільки тоді люди повірять в те, що є партія, яка може встати на їх захисту. Альтернатива діям нинішньої влади – глибокі економічні реформи в интересах каждого гражданина. Анна Иванова, агентство телевидения «Новости». Штраус и Дунаевский на тренировочном полигоне спасателей. Музыканты симфонического оркестра Харьковской филармонии поздравили курсантов Университета госслужбы по чрезвычайным ситуациям с Днем спасателя. Концерт дали под открытым небом, а курсанты и преподаватели обучали музыкантов искусству предоставления первой медицинской помощи раненым. Оркестр Харьковской филармонии снова выступает под открытым небом. На этот раз на полигоне. Дунаевского и Штрауса играют на ветру, в лицо пыль и песок. Но публика благодарная. Будущие спасатели признаются, классику, а тем более в живом исполнении, слушают нечасто. Но такому поздравлению к профессиональному празднику искренне радуются. Да, очень, кстати, приятно, да, это Дню спасателей, как бы вот это именно за 5 лет первый раз. Вот. Ну, очень приятно, я как бы раньше вот не слушал бы такую музыку, а вот сейчас первый вот год, первый этот послушал и понял, что многое упустил, что действительно это очень приятная, очень такая музыка, которая проникает, особенно в нашей профессии. Как бы мы очень часто слышим сирены, все такое, но вот такая музыка, она иногда нужна, чтобы расслабиться. Но без звуков сирен на полигоне университета не обходится даже во время концерта. Реанимобиль возле импровизированной сцены появляется буквально на последних аккордах. Из машины достают раненого. Научить музыкантов оказывать первую помощь спасатели решили на манекене. Артисты оркестра теперь уже в роли зрителей. После подобного инструктажа первый доброволец снимает фраг. А потом... И два вдоха. Закрываем носовые ходы, иначе не сможем. А как закрываешь? Ну так, просто закрываем. Юрий Нестеренко в оркестре филармонии играет на трубе. От опытного спасателя-инструктора за попытку реанимировать условного пострадавшего получает оценку 5. Говорит, спасать коллег в реальности приходилось только один раз – во время гастролей. Ребра как-то поломали, коллеги случайно, ну, перемотали его и все. Вот, и все. Да, за границей это было. Ну, ничего, перемотали и все нормально.
Вместо шины футляр от инструмента. В случае перелома спасатели советуют артистам использовать все, что есть под рукой, и показывают, как спасти руку при помощи реквизита. Но музыканты сами с фантазией. Главный дирижер Юрий Янко уверяет, если нужно будет оказывать экстренную помощь пострадавшим, его подчиненные не подведут. Как раз музыканты люди творческие, они всегда найдут выход. Могут футляр еще разорвать на две части, сделать две шины. Тут, знаете, вариантов очень много. Вот, скажем, смычок контрабаса, он очень большой, очень крепкий, и можно и ногу привязать к нему. С такими навыками артистам теперь не страшно ехать и в горячие точки. Главный дирижер уверяет, если будет нужно, дадут концерт даже в зоне АТО. Более подробными планами пока не делится, но говорит, этот концерт не последний под открытым небом. Светлана Сирок, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения «Новости». Харьковский драматический театр имени Шевченко открывает новый сезон. Завтра на большой сцене дадут благотворительный спектакль в помощь украинским военным. Сыграют комедию Николая Кулеша «Мина Мазайла». А уже в пятницу состоится премьера остросюжетной комедии «Блесс» французского драматурга Клода Манье. Отвлечься французской комедией на сцене театра от украинских трагедий в экране телевизора. 93-й сезон Харьковский театр имени Тараса Шевченко открывает премьерой. В пятницу здесь сыграют «Блесс» – пьесу известного французского драматурга Клода Манье. Действие происходит в городе художников, поэтов и влюбленных – Париже. Молодой, талантливый, но бедный художник Блесс по совету своей энергичной любовницы решается на авантюру – жениться на дочери богатого бизнесмена. Так он надеется покончить со злыднями. Чтобы произвести впечатление на семью предполагаемой невесты, он снимает дорогую квартиру, куда и приходит наивная, но очаровательная служанка Мари, и сразу попадает в центр конфликта. Это традиционная комедия о положении, говорит режиссер-постановщик спектакля Олег Русов. Это остросюжетная комедия, это, в общем, достаточно, скажу так, спектакль для отдыха, чтобы немножко расслабиться, чтобы чуть-чуть подумать о превратностях и странностях поиска любви, о том, как это пожилым людям вспомнить, как это начиналось, когда они были молодыми, молодым посмотреть, как это у них может быть будет, может быть только что было. К репетициям спектакля приступили еще в мае. Каждую роль разучивали сразу два актера. Кроме того, «Блесс» стал дебютом для новой художницы по костюмам Алины Горбуновой. Нам треба два квитки до полунежного декою назад, щоб запитати вашу тітку щодо вашої руки. Місьє говорить серйозно? Марі Матвеєва і Ан, я вас кохаю. Сама пьеса была написана более чем полстолетия назад, в 1959 году, и с тех пор была буквально на расхват среди театров по всему миру и в разные времена, спокойные и тревожные. А в сегодняшней ситуации украинцам тем более не помешает такая терапия смехом и любовью, говорит актриса Оксана Стаценко. Я вам скажу, что я очень люблю комедии во все времена. Другое дело, что сейчас люди как никогда нуждаются переключении от всего того, что происходит. Поэтому, конечно же, комедии нужны. Люди приходят в зал, они отвлекаются от того, что слушают и видят по телевидению, то, что происходит за окнами. Поэтому, наверное, она ко времени, комедия эта, «Блесс». Особенно ко времени сегодня и помощь украинским военным со стороны деятелей искусства, считают в театре Шевченко. Завтра здесь в 18:00 на большой сцене дадут благотворительный спектакль «Мину Мазайла». Наши актеры с великой радостью и с гордостью, потому что мы актеры украинского театра, пошли на эту акцию. Мы на завтра не продаем ни одного билета, ни одного пригласительного. Завтра в фойе театра будет стоять громадный ящик, где будет написано то, что будет написано. Все мы понимаем, что. И эти деньги все передадутся людям, которые в этом нуждаются. Именно сейчас, в это наше, будем так говорить, военное время. С малой сцены «Мина Мазайла» перебирается крайне редко и в порядке исключения, говорит Оксана Стаценко. Теперь, чтобы собрать деньги для украинских военных, которые находятся в зоне АТО. Алена Сырока, Геннадий Байков, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Сталеві двері Комунар. Телефонуйте 7100. Нужно груз перевести? 20-40 набери. С мобильного бесплатно. Цену сообщит диспетчер.
Тариф от 99 гривен. Подача машины от 15 минут. Прием заявок круглосуточно. Как заказать? 20-40. С мобильного бесплатно. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.